Обои – одно из самых востребованных средств для внутренней отделки стен в помещении. С их помощью можно придать интерьеру изысканности, выгодно подчеркнуть мебельный гарнитур или только фигурные особенности комнаты. А потому к их выбору необходимо подходить тщательно и со всей серьезностью. Желательно, конечно, обращать внимание на сертификацию. Обои все должны быть сертифицированы. Если есть сертификат, то эти обои, естественно, считаются экологически чистыми. Сегодня на строительном рынке представлен широкий ассортимент обоев. В зависимости от используемого материала они бывают бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные и даже жидкие. Мало выбрать, допустим, хочу взять такие обои, вот, надо еще подумать, куда ты их будешь клеить, в какое помещение. От этого зависит и срок службы. Вот. Есть обои, которые длительного срока службы, которые можно реставрировать, перекрашивать, мыть. Вот. Есть обои, которые подлежат только замене. Вот, то есть уже как бы один раз наклеил, какое-то время они на стене у вас находятся, потом просто вы их меняете. При выборе обоев прежде всего нужно учитывать тип оклеиваемого помещения и его функциональное значение. Например, для кухни или ванной комнаты лучше всего подойдут виниловые обои. Они устойчивы к загрязнениям и легко поддаются влажной уборке. А вот в гостиной или спальне желательно клеить текстильные обои. Они не только считаются экологически чистыми, но и обладают шумопоглощающими свойствами. Обычно на вкладыше в рулоне указывается, каким клеем клеятся обои. Производители клея точно так же на коробке указывают. И желательно этого придерживаться, потому что при наклейке обоев, естественно, если вы наклеили на клей, не принадлежащий этому виду обоев, естественно, это со временем проявится. Особое внимание следует уделять и цветовой гамме обоев. С помощью грамотно подобранной палитры можно сделать недостатки комнаты менее заметными. В частности, светлые тона зрительно увеличат помещение, а вертикальный узор сделает стены длиннее.